Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. В Кирове стартует акция «Хлопающая дверь». Ее цель – проверить, как управляющие компании выполняют требования законов, касающихся энергосбережения в многоквартирных домах. Заделка уплотнений и утепления дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей является одним из обязательных мероприятий для управляющей компании. В акции могут принять участие все жители многоквартирных домов, желающие улучшить работу своей УК, а также устранить нарушения в рамках пользования общедомовым имуществом. Телефон горячей линии, куда можно сообщить о проблемах с дверьми, 38 14 77. Также можно обратиться в группу ВКонтакте Центра общественного контроля ЖКХ. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Объявлен старт продаж первых квартир по программе «Жилье для российской семьи». В рамках этой программы кировчане могут купить квартиру по действительно доступной цене. Стоимость квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей. Кроме того, программа предполагает льготные условия по ипотечным кредитам. Экономия для клиентов составляет до 50%. Все кредиты могут быть предоставлены в рамках государственной ипотечной программы единственным региональным оператором в Кировской области, которой является компания «Крик». В ипотечной корпорации также разработаны меры поддержки молодежи. Так, приобрести жилье можно без первоначального взноса. Жилье в рамках программы строится в соответствии с определенными требованиями качества. Например, оно обязательно сдается в чистовой отделке и обеспечено необходимой инфраструктурой. Рядом должны быть медицинские, спортивные, образовательные и другие учреждения. Всего в рамках программы планируют построить 160 тысяч квадратных метров жилья. Из них 105 тысяч в микрорайоне Черемушки. Старт продаж там был дан 24 ноября. Дома готовы уже на 65%. Первые три здания планируют сдать уже во втором квартале 2016 года. Цена квадрата составляет 30,5 тысяч рублей. Черемушки расположены рядом с Нововятском. Вся инфраструктура, включая школу, детский сад, автобусные остановки там уже есть. Рядом разбит большой парк. Все подробности о том, как стать участником программы «Жилье для российской семьи», можно узнать в Кировской региональной ипотечной корпорации. Дайджест недвижимости. На рынке новостроек в прошлом месяце наблюдалось повышение цен. За квадратный метр жилой площади продавцы просили в среднем 41 215 рублей. Такие данные приводит портал Rosnet.ru. В прошлом месяце этот показатель был на уровне 40 970 рублей. Что касается аналогичного периода прошлого года, то здесь наблюдается снижение стоимости квадратного метра почти на 2900 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.